Всем привет! Вот такая полянка эквестрисов у меня сейчас цветет. Красотища, я очень рада. Еще один у меня стоит в бутонах. Фаленопсис эквестрис от Швертер. Очень жду, когда он тоже раскроется и будет общее такое фото. Очень классно. Конечно же, очень жду, хочу сделать фотосравнение, когда я отрываю по каждому цветочку. Будет фото на ладошке. Хочу сравнить... Вот этот вот фокус что-то сегодня абсолютно не хочет слушаться. Вот этот бисто с вот этим моим оранжем. У меня есть еще один оранж, который сейчас цветет. И я хочу подловить момент, когда у меня будет только открывшийся такой оранжевый цветок. Вместе с вот таким вот уже блеклым, который отцветает. И вместе с бисто. Будет очень интересно и размеры, форму сравнить, и оттенки. Вот, конечно же, сравнить с классикой, конечно же, классические цветы между собой сравнить. Вот смотрите, да, классика поменьше, и тоже классическая форма, но цвет аурея. И цветок гораздо побольше. Я его мерила, он был 3 сантиметра, когда открылся. А из-за того, что цветок белый, он кажется еще больше и, возможно, немножко подрос после раскрытия. Да, такие красотки. И вот пилорик. Очаровательный. Просто обалденный. Большой привет Наташе, у которой я его купила. Он просто бесподобный. Спасибо тебе, Натуль. Обалденный краб. Просто супер. Кстати, вот про оранж. Еще хочу сказать, смотрите, какой яркий краб. То есть цветок бледнеет, а вот этот краб остается таким же ярким. Обалдеть, просто обалдеть. Вот так вот мои цветунчики. И сразу, наверное, очень удобно будет, извините, так, показать. Смотрите, какая миниатюрка, да? И какие лопухи! Вот просто размах на этой куртинке. Меньше, чем один лист вот этого товарища. Вот. Ожог небольшой от лампы. Коснулся когда-то. Так. Вот тоже он достаточно крупный. И оранж не маленький. А вот товарищи в таком скромненьком размере цветут. И листья, видите, тоже по листьям бывает тяжеловато определить вообще у эквестриса по классике. Описание: ремневидные листья в основном. Могут быть удлиненные эллиптичные, но, видите, более круглые. Вот здесь вот более классические узкие. Вот здесь более классические узкие. Здесь покруглее. Вот такие вот особенности. Вот такая красота. Очень довольна. Урейка расщедрилась на 2 прекрасных цветоноса. Так, и вот здесь где-то сейчас есть то ли ветвить будет, то ли детку давать. А, вот. За вот этим цветочком. Не хочет фокус наводиться. В общем, тут 2 росточка. Посмотрим, вырастут или нет, и что из них вырастет. Ну все, фокус ушел, вернуться не обещал. Вот он. В общем, очень-очень трепетная, нежная красота. Просто маленькие такие бабочки, целыми стайками. Конечно же, очень жду, когда вот эти вот малыши окрепнут и тоже смогут свести гроздьями на несколько цветоносов. Вот такой коротенький получился обзор цветущих у меня сейчас эквестрисов. Очень интересно за ними наблюдать. Очень интересный оранж, хоть он и бледный стал, но у него все равно идет перелив цвета, разные оттенки цветов. Губка очень-очень красивая.
Очень-очень на самом деле интересно за ним наблюдать, как он меняется в процессе жизни. И всем большое-пребольшое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И всем солнечных дней, пышных цветений. И пока-пока!